Всем привет, с вами Настя Руфель, я снимаю свое новое видео. Итак, сейчас я нахожусь в Гислене, в Германии. И сейчас я пойду в Хаундем. А для чего? Да потому что у меня есть пакет с одеждой. А Хаундем как раз принимает пакет с одеждой и выплатит мне, как бы, подарит мне 15% скидки на любую вещь. И по-английски это называется H&M. H&M, ну ладно. Идем. Светочка. Ты увидишь мой пятачок. Хочешь? Не хочешь, да? Два пакета. Hallo alle. Jetzt in H&M oder kann man sagen auch H&M läuft eine Aktion. Also du kriegst 15% Rabatt für nächste Einkauf nur für eine Sache. Wenn du bringst eine Tüte mit alten Sachen oder Sachen, die du nicht mehr benutzt. Und jetzt gehen wir rein. В общем, пошли все вместе. Сейчас мы находимся в торговом центре галерея. Jetzt befinden wir uns so in Galerie. Vielleicht alle wissen schon dieses Platz. Такие красивые реально эти ёлочки. Есть что поесть. Hier kann man auch etwas essen. Здесь продают все подряд. От картошки фри до веганских смузи. Центр делится как бы на две части. Тут как бы круг, если я представляю. Вот он соединяет, и соединение идет из этих всех кафешек. И еще один круг из всяких разных магазинов. Вот фаунтен. Хотя есть H&M, Андрея. Irgendwie war bei mir in einem Foto in Instagram. В общем, это трон, на котором я в Инстаграме смотрю. Ну, выложила в Инстаграм. Эми! Эми! Теперь смотрим просто это панки. Они есть везде. Да, как оказывается, они тоже покупают одежду в Хаундем. Ну и проходят через него. Классно. Ну ладно. Новая жизнь для старых вещей. И вообще, можно вот сюда вот вложить пакеты. Да, вот здесь написано, что приноси твои, короче, вещи. И что-то там будет. Сейчас увидите. Здесь есть такие флайеры, где написано «Вместе можем мы этот круговорот закрыть». И вот здесь написано дальше, что через новое использование вещей, значит, можно принести им новую жизнь и что-то там еще. И, в общем, все будет классно. В общем, такое все. В
Вот сейчас я получила две штучки, у меня было два пакетика. Вот, спасибо большое, что ты, типа, делаешь это вместе с нами. И что там твои вещи, типа, грубо говоря, будут опять, типа, носиться и так, и перелагаться, и И мы дарим тебе 15% скидку на один артикль на твой выбор. Одну вещь, на той же, да? Ну, я сейчас люблю какую-то вещичку. На какой-то такой вот сарафанчик. Смотрим. Сейчас это модно. Ну все, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, также подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, до скорых встреч. Ай, зовет Цведы, это вас Хия Кауфен. Noch, also abonnieren, nicht vergessen, abonnieren Sie bitte meinen Kanal und auch Like können Sie stellen und ja, bis nächstes Mal, tschüss!